А те, кто репостнет эту запись с видео у меня на стене, то я разыграю между вами сигны. 2 или 3 точно. Так что все в ваших руках. Прикиньте, Сергеоти сдержит ваше имя в руке. Прикол. Чё твори, бро? Меня зовут Сергеонис, и это потерянный эпизод Лунтика. Я шел по базарю и увидел киоск, где продавались мультики для детей. И там был потерянный диск с Лунтиком. Интерес взял свое, и я купил его, даже не посмотрев на название. А оно было очень загадочное. На коробке было написано «Тайная жизнь Лунтика». Я нашел свой старый DVD-шник и вставил туда диск. То, что я увидел, было ужасно. На главном экране выскочил Лунтик. Его вид был страшен, из его головы торчал топор. Я был в ужасе, ведь где-то я это видел. Может, ты вспомнишь, напиши в комментарии. После этого сразу же началась серия. Анимация была грубая, не такая, как всегда, а цветовая коррекция была темного оттенка. Серия началась с того, что маленький жучок хотел всеми командовать, но его никто не слушал. И он поклялся, что однажды его все будут слушать. Как же он ошибался? Он пошел на улицу, там он попробовал еще раз всеми покомандовать, но все было зря. Никто его не слушал. После он встретил Лунтика, и он начал командовать Лунтиком, а тот начал его слушать, и все были довольны. Лунтик предложил пойти к деду Шеру, потому что тот тоже хорошо командует, и они пошли. Когда они пришли, оказалось, что деда Шера не было дома, и Лунтику нужно было пойти его найти, а эта маленькая букашка осталась дома. Лунтик нашел своего деда, но... Дед стоял, его глаза были белые и налиты кровью. С ним явно что-то было не так. Картинка моментально стала хмурою. Здесь были какие-то бедствия. Лунтик схватил деда за руку и повел его домой. Они пришли домой. Дед сразу же начал командовать. Но его голос никто не мог понять. У деда было что-то наподобие... И у малыша из-за этого звука начала болеть голова, и он потерял сознание. Без сознания он сидел и плакал, и уже ничто не могло его остановить. В этот момент Шер подошел к нему, взял его и куда-то отнес. После этого этих двух больше никто не видел. Ходят слухи, что они стали каннибалами и поедают своих же друзей и родню. На этом все. Стопы Сергеонис, поставь лайк, тебе то всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал, а также расскажи об этом видео своим друзьям. И помни... Это всего лишь мое воображение.